Организаторами благотворительной акции являются волонтерский штаб города Десногорска, Центр культуры и молодежной политики, Совет ветеранов Смоленской атомной электростанции. Считается, что спонсорами добрых дел могут быть только богатые люди. Но это не так. Каждый человек может внести посильный вклад в решение социально значимых задач, стоящих перед обществом. Благотворительная акция «Скрепка» направлена на оказание реальной помощи тем, кто оказался в трудном материальном положении. Акция стартует 15 августа. Ее основная задача – помочь собрать десногорских детей в школу и обеспечить их всем необходимым для знаний. Хочется призвать горожан принять участие в нашей акции. Это очень важно, чтобы люди не проходили мимо социальных проблем, а помогали их решать. Давайте соберем в школу детей вместе. Например, воспитанники Центра социальной помощи семье и детям «Солнышко» занимаются искусством и творчеством даже летом. Инструктор по труду проводит с воспитанниками мастер-классы. Дети самостоятельно рисуют и вырезают декорации для своих выступлений, делают оригинальные аппликации, украшают предметы интерьера. В процессе всегда нам требуются краски, карандаши, клей, ножницы, цветная бумага, салфетки различные мы покупаем или нам дарят для наших мероприятий. Подарить детям можно любые школьные принадлежности – тетради, карандаши, ручки, краски, цветную бумагу. Все собранные школьные принадлежности и канцелярские товары будут розданы остро нуждающимся семьям с детьми. Списки таких семей волонтерскому движению предоставит городской социальный фонд. Остаться в стороне от чужих проблем или принять участие в акции «Скрепка» – личное дело каждого. Всех желающих поделиться с детьми не только добром, но и конкретными вещами ждут в бывшем доме детского творчества. Прием вещей будет проводиться в Центре культуры и молодежной политики по адресу 6-й микрорайон, пристройка к 408-му дому. Даты проведения благотворительной акции с 15 августа по 15 сентября 2019 года. Виолетта Ефименко, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.